утро, дорогие друзья. Ну, скоро обед. Ну и что? У меня утро. В общем, я уже в колледже. Сейчас слезы тут надо вставить. В общем, я в колледже. У нас сегодня три пары ко второй. Одна уже прошла, английский у нас был. Мы разбирали билеты для экзамена. Вот, ну, в принципе, не сложно. Ну, как сказать, нормально. Вот, и сейчас у нас будет 2 МДК. И домой. Мама меня, наверное, там вовсю сейчас готовит, потому что сегодня ночью надо справлять старый Новый год, а мы его справляем, поэтому, с одной стороны, я очень рада, что я сейчас не дома и не готовлю вот это вот все, а с другой стороны, жалко, что я не дома, потому что я посидела дома на лайте, в теплоте, потому что на улице просто дубак. Дубак, реально. Гульчика, всем здравствуйте. Давно не было. Два видео. Да, два дня. В общем, мы чё? Сейчас мне надо вас поставить, дорогие друзья. О, мы обменялись подарками. Да. И как думаете, что эта дамочка мне подарила? Подвеска. Идеальная подвеска. Я правда рада. Идеальная подвеска, идеальная подруга. Все хорошо. Корона, вот тут корона сейчас. Короче, и Гуля мне подарила вот такой вот шоколад. Мое лицо сейчас было смешным. Гречишный шоколад с манго ручной работы по технологии Бинтубар. А Бинтубар? Без молока, без сахара. Ой, я сейчас приду. Сейчас. Ау! Здравствуйте. Пробуем. Мне очень интересно. Где ты такое взяла? О, пахнет вкусно. Я ожидала немножко чего-то другого, типа там такой запах этот. Ну, гречки. Ой, у них третья подруга появилась. Кто она? Не-не-не. Ну, не такая. Какашка какая-то. Реально? Да. Сейчас ты почувствуешь вкус гречки. Вот, белый. Он там просто белый. Сейчас, ребят, подождите, Влад это станет. Ой, тут что-то написано. Natures Factory. Как заклинание какое-то. Не вот. Советую. Но он без сахара, может, поэтому нет. Но он полезный зато. Не поэтому... вкусный вообще. Мать. Кислинка это типа манго? Да, я так думаю. Похоже, знаешь, на что? Похоже на что-то сушеное. Вот какие же сушеные манго? Угу. И вот, и как будто вот он сушеный, вот эта кислинка, и он как будто вот здесь, и вперемешку немножко с молоком и шоколадом. Ну, ты сейчас рассказала про молоко. Выплюнь. В принципе, если вы не едите сахар, то вот это прям хорошая такая штука. Вообще не сладко. Нет. Сладко. Ну, сладковато. Сладко-кисло, вот как-то так. Давай состав. Ну-ка. Ну, прикольно. Я бы такое, конечно, не ела каждый день. Мальтитол, это вообще что? Мука кешью. Видите? Семена татарской гречки. Татарская гречка. И масло какао. В принципе, ну, нормально. Если вы какая-нибудь там фитоняшка или, не знаю, вот эти веганы, вегетарианцы, извиняюсь, то, я думаю, вам зайдет. Прикольно. Да, кстати, для вегетарианцев прям самое то. Мне кажется, это как раз для вас. Прикольно, ничего. Но я не изменяю риттерспорту, поэтому... Я не знала то, что с миндалем так сложно найти, честно. Да. Просто я такая, ну, в одну точку зайду, точно там будет. Ну вот, кстати, в пятерочках редко бывает риттерспорт. Вот мы вчера зашли в Ленту в торговом центре, и там их лежало 3 штуки. Я такая, ну, на 3 дня. Это как с чипсами с сыром. Мои любимые чипсы, кстати. С сыром? Да.
их вот очень редко. Мне в последнее время нравится только с паприкой. Нет. Мы с папой попробовали с раками или с чем-то вместе. Да, с крабами. Мне не очень понравилось. Мне тоже не очень. Ну, можно. Это вот как с этой шоколадкой. В принципе, можно, но нет. У вас тут open casing, обозревали? Да. Что будем обозревать? Хочешь шоколад попробовать? Гречишную. Что это такое? Пробуй, давай, мы ждем твоей реакции. Давай. Возьми. Как тебе? Насыпили. Еще раз, что это? Гречишный шоколад с манго. Ты нет аллергии, похоже? Сейчас узнаем. Это Хабиль. Знакомьтесь. Пока. Да ты полностью суть, это ты не поймешь. Засунул полностью. Так что мысленные шуточки. Ну как? Нет, ну неплохо. Ну, странный вкус. Тебе он приятный, нет? Непривычный. Ну, он без сахара, прикинь. Ну, чувствуется вкус этот. Манго, да? Да. Кислинка. А потом какой-то странный по всему вкусен. Гречка. Татарская гречка. Не мазерона? Не, так себе. Короче, мы... Я бы не покупала. Давайте так, сколько вы ставите по 10-бальной шкале? Ну, 6. 6? Да. 5 с плюсом. Это не то, чтобы вкусно, не то, чтобы противно. Ну, есть можно, типа. Я, наверное, тоже 6. Если ты хочешь переходить на правильное питание, то это есть можно. Это есть все. Ну, не знаю. Это есть... Тебе кто-то не нравится, такой, хочешь шоколад? На. Я вот это подарил. Да ладно, я почти был прав. Хабиль. Сейчас было вообще так как-то... Короче, не очень шутка. Все. А, натура с Факторией. Ты, кстати, все просят прощения. А у кого еще просил? Никита просил прощения у нас. Да. А я этот год начала с первой, с того, что я стала плаксивой, а второе, что я стала... Сейчас вот так надо сделать. Bad bitch. Bad, да, bad. Палец в рот не клади, по локоть откушу. Это все папа. Все воспитание папы, потому что папа такой, Влада, не молчи, Влада, хочешь что-то сказать, скажи. Мне что тут, у меня сразу вот здесь. Я редко обдумываю. Я хочу, говорю, все. Да? Ну, она иногда в шоке. Твой выбор. А, в общем, короче, следующая распаковочка. Ты думаешь, если умолчать? Ну, я не знаю, не то, что считаю. Если хочешь сказать, то скажи, потому что потом обычно люди об этом жалеют. Так что говорите сразу в лицо. Да, обсирайте всех, кого вы хотите. Что? Короче, лучше сказать... Чем промолчать. Потом пожалеть, чем промолчать, об этом пожалеть, я считаю. Статус из ВКонтакте. То же самое, если не сделать что-то, а потом об этом пожалеть. Да, вот. Короче, давай разбирайся. А что, я? Покупку. Следующее, сейчас, смотрите. Раз, два, три. Короче, это я подарила Гуле, потому что я приверженец Риттерспорта. А она приверженец Милка, да. И я подумала, что типа... Ну, я думаю, что, это все вот эти большие шоколадки, ну, которые есть обычные, но только вот в таком мини-экземпляре, я так думаю. Типа, они, мне тоже кажется, точно такой же вкус будет, ну, просто переделанный. Ну, просто, что, внешний, типа, они вид. А-ля подарочные, да, и внешний вид. Ну, по вейпу, да. Поэтому те, кто любят... Милку. О, ты видишь? Они такие мимимишные. Посмотрите. Ой. А, тут... Так красиво, я не могу. Приколдес. Ты какую берешь? Я возьму обычный фиолет. А где тут с орешком? Как это? Где давай, тут... переводи. Где тут нутс написано? Это карамель. А тут должно быть. Ну ладно. Вот это, мне кажется, с орешком зеленым. Вот все. Это нет? Тофи. Карамел. Там написано. Карамел. Да где тут карамель? Вот он карамель. Вот. Карамел. Ед, ноет, сец. Только что с английского, кстати. У меня вчера был английский.
Я чуть не застрелилась от меня. Я еле-еле складывала какие-то предложения. Она такая: «Влад, у тебя все хорошо?» Я говорю: «Да, у меня мозг как вата». Ух ты, ее открыла. Так, подожди, братан. А! Чисто, ребята. Если вы не знали. Угу. У меня обычный шоколад. Как ты так угадала? В принципе, молочный шоколад мой самый любимый, что он. Я же говорила. Обожаю орехи, особенно в шоколаде. Естественно, лайк. Раньше мне очень-очень нравилось, короче, когда я училась в школе, я обожала Аленку. Типа, мне не нравился этот пингольд по вкусу, мне нравилась Аленка именно молочная. Я никакую не ела, ни с орешками, ничего, только молочную. Без Аленки с орешками? Да. Фундук. Да. Я не знала. Не помню, когда мы жили в Бендере, папа мне привозил просто рюкзак, знаете, такой, ну, обычный, стандартный, полностью набитый шоколадками. И там были мини-Аленки, ну, просто пластинки. Вижу Аленки в мини-варианте. Угу. И все? Да. В общем, я пришла домой, а мамочка тут приготовила мамалыгу. А вот такая у нас красота. Просто я не могу. Так красиво. Брынза, наше любимое естество. Всем снова здравствуйте. Добрый вечер. Я уже дома. Мы покушали. И я хотела извиниться за дезинформацию, то, что Старый Новый Год сегодня вечером. Я, честное слово, я думала, что он сегодня вечером, но, как оказалось, нет. Мама мне сказала, я прихожу домой просто, и мама вот сделала мамалыгу. Я такая: «Мамалыга? А как же салаты, как же...» Ну, вот, мама такая: «Так, завтра надо». Я такая: «В смысле завтра?» Мама такая: «Ну, завтра Старый Новый Год встречается». Я такая: «В смысле завтра?» И оказывается, что да, завтра, типа, с 13 на 14. Я думала, что с 12 на 13. Короче, все перепутала. Вот, так что праздничный стол, он, конечно, не будет такой же шикарный, как на Новый Год, но все равно там мама что-то приготовит сама. Потому что я леди занята, я теперь хожу в колледж. Вот, так что извиняюсь за дезинформацию, я не хотела, просто я сама не знала. Понимаете? Вот так получилось. Вот, еще мы сегодня с Гулей просто обменялись подарками. И Гуля мне подарила, у меня была, так, маленькая предыстория, у меня была расческа, я которую всегда с собой ношу, черная, такая, знаете, раскладушка с зеркальцем. И я не знаю как, она всегда лежала у меня в портфеле, и она, короче, сломалась прям пополам. Расстроена ли я, спросите вы? Естественно, была очень сильно. Но такая, думаю, ладно. Я как раз заболела, сидела дома, мне расческа была ни к чему. И Гуля мне, короче, подарила новую. Смотрите, какая прикольная. Плюс этой расчески, что она расчесывает просто перфекто. Очень удобно, очень классно, такая мягкая, знаете, прекрасно, в общем. Вот, еще Маша, если ты посмотришь этот влог, это для тебя. Совсем недавно, пару дней назад, я купила себе... Сейчас. Я купила себе... Господи, шампунь вот такой... Короче, шампунь, бальзам и вот эта вот штука, очень крутая вещь, всем советую, особенно людям, которые красятся, спрей термозащита. Это лучшее, что я вообще пробовала за последние месяцы. Ладно, не будем так сильно приобщать, хотела сказать годы, но правда... Мне так нравится, типа, и цвет мне нравится, что сохраняет мой, потому что я крашеная.
Вот, мне очень нравится. И пахнет просто потрясающе какими-то ягодами, каким-то мороженым, я не знаю. Я когда мою голову, я получаю какой-то кайф, если так можно сказать, от запаха и от того, какие волосы потом мягкие, гладкие. Раньше, когда я мыла другими шампунями голову, мне приходилось... После сушки, вот когда я сушу, у меня просто взрыв на макаронной фабрике. После вот этого вот всего мне надо. Я просто... я все равно выпрямляю волосы, но... Ну, просто я люблю, когда они прям гладкие. Но сейчас, после вот этого вот, я просто могу их высушить, и все, они сами по себе гладкие, нормальные, хорошие. И я прям... И вот для меня это плюс, потому что когда мне иногда лень, то есть просто можно их так оставить, и все, и ты иди куда ты хочешь, и что тебе надо делать. Поэтому всем советую. Я покупала в Магнит Косметик. Совершенно случайно я там нашла, я такая, надо попробовать. Вот, попробовала, и мне очень нравится. Это правда лучше, что я пробовала за последнее время. И спасибо большое всем, кто смотрит мои ролики. Мне очень приятно. Иногда, когда там мало просмотров или что-то еще, у меня опускаются руки. И я думаю, зачем я вообще все это снимаю? Кому это надо, кто это смотрит? Зачем я это делаю? А потом, когда у меня появляется настроение, я думаю, блин, это и самый большой плюс, что мне нравится, что я снимаю, выкладываю, и если потом мало ли что, это все равно останется в интернете, и как бы если что, там, не знаю, мои родители смогут зайти и посмотреть, какая я была раньше. То есть это как, знаете, как альбом, но видеоальбом. И я больше, наверное, поэтому снимаю. Мне прям нравится, что я могу там зайти и посмотреть, какой я была там пару месяцев назад, или что я делала пару месяцев назад, потому что в голове не остаются такие обыденные вещи, которые мы делаем. А так я снимаю их на камеру, и они остаются на видео, а потом и я их пересматриваю, вот. И хотела сказать спасибо вам большое, что вы смотрите мои ролики, что вы лайкаете их, что вы подписываетесь. Сегодня праздник у меня. У меня плюс один подписчик. Кто бы ты ни был, спасибо тебе большое. И спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. И до завтра!